Всем привет, меня зовут Надин Шмафин. Мы продолжаем серию демок Broken Lore. Теперь это Blood Crossroad, Кровавый перекресток. Начнем демо. Вроде бы это... Может быть, это и не связано с этим Броклором. Это какая-нибудь отдельная история. Сейчас посмотрим. По крайней мере, тут что-то происходит не в доме, наконец-то, а где-то, видимо, на улице, на перекрестке. Неожиданно. Было бы очень странно, если бы игра про перекресток происходила не на перекрестке. Хотя, кто знает, может, перекресток имеется в виду вовсе не как какое-то место, а какое-нибудь стечение обстоятельств. Загрузите, пожалуйста, что-нибудь сегодня. Что-то как-то я не хочу играть в черный экран. Ну давай, давай, показывай ролик. Кодировка перегружена. Вот это да. Так, начинается ролик. Мы опять оказываемся, просыпаемся, ну, к сожалению, не в тарелке, как в прошлый раз. Ага, где-то в кафе, походу. 100 рублей оставили. Чего? Полуночная сова. Походу, я в вашей полуночной сове набухалась, как не знаю кто. Не очень хорошо все чувствую. Да блин. Надо сходить в уборную. Блин. А мне что-то кажется, да, реально, я что-то как-то много перепил. А где у вас уборная в этой вашей ночной сове? Так, это не то. Это выход, это вход, это уборная. Да, туалет, иди сюда мне. И, а чё так страшно в вашем туалете? Надо пописать или поблевать, я не знаю, одно из двух. Я мой высокий мужчина, да, я такой хорошенький. Так, ну где горит свет, туда мне, наверное, можно. Опа. Самое время позблевывать. Опа, прям нырнул туда с головой. Но я заметила, что у него лысина по тени. Возможно, ему там еще закрылся. Я уже закрылся. Еще я не проблевалась еще до конца. Ничего себе, я блевун. Что-то заблокировало дверь. Ай, не оставляйте меня с тем, что я доблевал. Мне страшно с этим находиться. Ничего, я могу присесть? Алло? Свет в ламп. Есть кто лампочки выкрутили? Кто-то пришел выкрутил лампочки. Опа. А чё могу другие дети? Кто зашел? Я проверю. Ладно, все занято. Страх. Ой. Кто-то нагрязюнькал. А что, моя блевота сейчас оживет и напугает меня? Там был какой-то значок, мне показалось? Нет, это был отзыв. Ой. Еще раз давай. А что такое, что со мной? Меня женщина лапает! Женщина, я еще не умылся! Хватит меня лапать! Я только проблевался, как говорится. А вы уже меня трогаете. Ой! Это, наверное, уборщица смыла там это. Хочет голову меня отвинтить за такой бардак. А что, ну я наблевал, да. Я такой. Сейчас на меня просто головой в унитаз засрал все. Давай, убирай. А, не, ножом что-то прыгнула. Нет, ты какая-то неправильная уборщица. Ты же, если тут ножом принёшь, только больше грязи наделаешь. Тебе же и убирать. Пожалуйста, нет. Нет. Вот это я понимаю, начало такое динамичное. А то ходишь по полчаса, что-то ждешь. А, это я просто набухался. Ночной кошмар? Слишком много выпил.
Ой, кстати, это, наверное, если это петля, вот эта временная петля, в которой ты застрял, это, наверное, самое ужасное развитие событий, когда ты всегда просыпаешься с будуна, с головной болью, идешь проблевываться, и тебя там все время убивают. Ай, как грустно. А мне нужно идти еще раз в туалет? Проблеваться? Тут вообще есть выход какой-нибудь? Мне кажется, дверей я вот не вижу, кроме как в туалет. А, да. А я выпил слишком много, сказал он. Ладно, давайте еще разок. Может, в этот раз нас не убьют. Че? Ищешь кого-то? Да нет, я проблеваться, унитаз. Ищу ли я кого-то? Я тут кого-то ищу в сортире? Здрасте. Че, не надо блевать? Сегодня я не день сблёва. Ну ладно. Буду держать всё себе. Вообще-то держать всё себе очень плохо. Так им не надо заниматься. Ни физически, ни психологически. Ищешь кого-то. А, слышишь? О, тут реально нет выхода. Здорово. Говори со мной, пожалуйста. Нет? И деньги мои не взял. Ищешь кого-то, но нет. И что мне делать? А вот, нет, это выход, это все-таки выход. Все, я могу выйти? Не пойду я больше в ваш туалет. Вечно там то облююсь, то сдохну. Пойду-ка я домой. Она меня нагонит на перекрестке. В конце концов, кровавый перекресток. Не хухры-мухры. Не кровавый туалет. Так что еще все впереди. Сейчас будет прогружаться вся эта улица, весь перекресток, вся моя жизнь будет пригружаться, призраки, не призраки. Не, ну, по крайней мере, если меня убивали в туалете, у местной бабы Мани был мотив меня убивать, а на перекрестке еще меня убивает. Ни туда, ни сюда. Грустная какая-то у меня жизнь, дурацкая. Ну, где? Где мой хоррор? Я только что, называется, вдохновилась. А она прогружается миллион лет. Грустно. Мне кажется, это Unity 5. Грузный. Не знаю, почему у меня графика так это не тянется. И все подлагивает. Давай быстрее. Грустная жизнь. Просто после пьянства. И после сблёва, и после смерти. My therapy session is today at 9 Elm Street. I better hurry, I don't want to be late. У меня сегодня встреча с терапевтом в 9 часов, а я уже налокался, как скотина. Ты дурак. Ты дурак. Кто напивается перед сессией? С терапевтом, блин. Виллоу Стрит. А разве не меня зовут Виллоу? Я думала, его зовут Виллу.
Алло, алло, можно у вас проблюсь? Это в том туалете меня замочили. Willow. Он сказал, какая-то на Е стрит. Стрит на Е. Ладно, видимо, этот очень долго продолжался туман. Silent Hill местный. Опа. Куда нельзя? Куда можно? Что за улица? Willow. У меня же в голове все затрещало. Ну, конечно, только пить. А что везде помойка какая-то? А меня сейчас еще и задавят. И начнется сюжет Трайл Сердца. Не буду проверять, или там живы. Ладно, буду. Красиво горит. Пойду понюхаю. Что? Никого внутри нет. И страшные звуки какие-то. Ладно, пойду я. У меня, в конце концов, терапия сегодня. Как раз расскажу об этом. Что меня еще не задавили. Цедар. А, о, записуля, специально для меня. Че, мистическая рука. Ну ладно. Что-то какие-то районы у нас страшные. Что тут? Кошка! И водолаз. Нормально. И все какое-то в ремонте. Бронкс. Я не знаю, может, Бронкс действительно так выглядит. Не знаток Нью-Йорка. Но место страшное. А вот, мне сюда, походу. Где офис моего терапевта? Никакой терапевта, все, идем к гадалкам. Не нашли мы остров... Ой, господи, офис терапевта, поэтому идем к гадалкам. Почему нет? Главное, чтобы нас выслушали и поддержали. Остальное не важно. Да, котик мой. Спит он там. Я тебя поглажу. Я тебя поглажу. Я тебя поглажу. Поглажу тебя. Увы и ах, чем закончится эта интересная история, мы не узнаем, потому что игра намертво вылетает. Я уже перезапускала ее дважды, она все время вылетает на этой двери прохода к терапевту, который на самом деле может являться и гадалкой, а может и нет. В общем, такая вот демка, к сожалению, мы не узнаем, чем она закончится, но, по крайней мере, начало было неплохое, животрепещущее, интересное. А на этом все. Обязательно подписывайтесь к нам, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.